давайте послушаем, что сказала представитель ведомства Марина Гриднева. Действительно, проводится проверка по заявлению, которое поступило в прокуратуру, как бы, ну, в соответствии с законом. Но лично Венедиктова в прокуратуру никто не вызывает, поэтому, как бы, проверка идет своим чередом в прокуратуру его лично. Никто не приглашал. Там действительно по уставу, ну, в обращении, по крайней мере. Там чем закончится эта проверка, что же неизвестно. Может быть, это действительно там просто какой-то навет. Ну, прокуратура разбирается. А какая прокуратура? В какую он прокуратуру обратился? По-моему, в Пресненскую. По месту расположения их Москвы, вот где у них юридический адрес. По-моему, это Пресня.